прокатимся немного. Переулок Дарвина, дом ботаника, дом быта. По улице Комсомольской прокатимся на велике. Сегодня 19 июня 2024 года. Вот хочу наблюдение сделать. Вот еду я примерно от городского центра культуры. И на все дистанции, вот по сю пору, до сих пор, ни одной лавочки. Плитка прекрасная, а лавочек нету. Вот обратите внимание, власти дорогие, люди пожилые ходят, им присесть отдохнуть на лавочке очень требуется порой. Там же городской центр культуры, они ж туда ходят. Нужны лавочки вот на этом. На этой дистанции, улица Авиационная. А то представьте, от Южного рынка до Уюта ни одной лавочки. Думаю, что и до автовокзала прям. Ну там есть, правда, на Уюте вот остановка, что-то такое. Нужны лавочки обязательно, как без них. Люди пожилые, вот деревья очень хорошо, сейчас жара, посидеть под деревьями. Вот. Это стоматологическая поликлиника, остановка Уют. Вот, лавочки, где вы? Ау, нету лавочек, не вижу. Людям где сидеть-то? Сквер ветеранов, есть лавочки? Есть. А здесь были, а теперь нет. Верните лавочки на место, кто забрал. А саженцы хорошие, за саженцы спасибо. Вот такая вот тема, да. Так, и что? Магазин Эльдорадо. В этом доме был магазин Радуга в советское время. Станция Юнатов. 35 саженцев липы европейской. Процветают, заколосились, все отлично. Ремонтируется забор станции Юнатов. Эльдорадо. Да. Все поубрано. Вход со стороны улицы Автовокзальной написано. Будет здесь забору быть. Детский мир. Магазин «Сказка». В советское время был. Основательный, наверное, заборчик будет. Глубина под фундамент приличная. Сантиметров 70, думаю. Магазин «Урожай» здесь был в советское время, овощной. Фрукты, овощи. Помним, на первом этаже. Сейчас дисконт, то есть бэушные компьютеры. Тут был магазин и ресторан «Океан» в советское время. Как-то все долгострой затянулся. Вот. Тут сами понимаете, что продают. Ну что, подъезжай к автовокзалу, и опять-таки ни одной лавочки. Ни поллавочки. Вот где сидеть пожилым людям, которые здесь много живет? Негде. Хороший магазин «Мед». Обзор делал как-то. Кинотеатр «Современник». Здесь был в этом здании, вот в этой перестройке. Гастроном «Космос». Кинотеатр «Современник». Мужская одежда, мужская обувь. Остановка трамвайный автовокзал, который я не буду сейчас снимать по некоторым соображениям. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на мой канал. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона Мегафон 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. До новых встреч. Авито. Что это? Интересно. Озон. Современник.